Приветствую всех, наконец-то выходной. И в этом видео мы посмотрим, что нам нужно для того, чтобы сделать дома на коленках электрогитару. Пообщавшись с гитарными мастерами, я понял, что очень много потребуется инструментов для изготовления грифа самостоятельно. И покупка этих инструментов приведет к выходу из бюджета. Бюджет я планирую не больше 40 тысяч. Конечно же, не будем терять надежды сделать гитару дешевле 40 тысяч. Оказалось несложным на Авито найти готовые грифы для электрогитар. И среди них нашелся тот, который я хотел бы приобрести. Поэтому пока принимаем решение купить готовый гриф. К сожалению, на струнке.ру нужного мне грифа я не нашел. Но он был когда-то в продаже фирмы Ibanez. Но есть вариант купить любой другой гриф, подходящий нам по радиусу и по конфигурации. И поменять ему башку. То есть отпилить ее и сделать своими руками другую, нужную нам, и приклеить ее. Вот эта модель грифа нам бы очень бы подошла, но, к сожалению, она вышла из продажи. Но, как говорится, из любой ситуации есть выход. Ведь покупать гитару за 200 тысяч либо нет желания, либо нет возможности. Итак, теперь о корпусе для электрогитары. Недавно я работал с человеком, который изготавливает лестницы. И таким образом пришло решение купить ступень. Они выпускаются из разного массива и очень подходят нам по цене. Также я поищу целый кусок интересующего нас массива. Также я поинтересовался насчет хромирования. Я понял, что это сложная процедура. Ее можно, в принципе, сделать и самому, но есть человек, который может захромировать все, что угодно. Оказалось, несложным найти даже Floyd Rose, который устраивал бы нас по цене и конфигурации. Цена и качество этой модели нас вполне устраивает, она нам подходит. Естественно, на гитару мы поставим звукосниматель DiMarzio. На Авито я нашел несколько интересных моделей. Из-за того, что я работаю 18 часов в сутки, у меня нет возможности сейчас выпускать часто ролики, поэтому буду стараться, чтобы ролики выходили хотя бы по выходным. Итак, всем отличного саунда и до скорых встреч!